Всем привет! И с вами снова я, Абдул, команда «Мафия 13». И сейчас я с вами поделюсь своими концептами и связочками в брейкинге. Смотрим! Друзья, начнем. Сегодня я поделюсь с вами переходом, в частности это go down из моего арсенала. Это в принципе базовый go down со скольжением и переходом во фриз. То есть можете использовать это в разной последовательности, не обязательно так, как я. Переход выглядит вот так. Сейчас покажу быстро, а там уже мы его прокачаем детально. Ну что, как его учить? Естественно, все, кто уже танцует брейкинг сколько-то лет, там пару лет даже буквально, уже умеет стоять на руках, нужна в любом случае стойка на руках. Начинаем. Отставляем правую ногу назад. Дальше. Правая рука идет немножечко вперед. Посередине практически. Далее правой ногой идет мах. Вперед, левый назад. У нас получаются такие ножницы. То есть, и раз. Такое движение. Еще раз. 3, 4. Поехали. Такое вот движение. Получается, ноги врозь. Покажу спиной, чтобы было видно. Вот такое вот движение. Далее. Мы выкинули правую ногу вперед. Левая нога. Вот таким образом, да, у нас получилось. Пам! Левая нога. Мы вот разворачиваемся. Левую ногу кладем на пол. Она скользит. Правая нога либо на весу, либо также. Либо также у нас скользит. Левой рукой мы тянемся к левой ножке. Дальше опираемся на нее. Делаем замах ногами. Правой ногой. Левой ногой. Отсюда мы поднимаемся и встаем во фриз. Итак, еще разочек. Смотрим и делаем. Раз. Поставили правую руку. Далее ножку выкинули. Оп, развернулись. Скольжение. Пам. Разворот. Так, еще раз. Обратите внимание, что когда вы выкидываете правую ногу, левая нога идет назад. И получается такое движение в виде ножниц. Вот оно. Бам! Бам! Далее вы встаете на левую ножку, на колено разворачиваетесь. То есть у вас получается пам, разворот через правое плечо. Немножечко скольжение вот такое вот. И потом мах. Зашли и встали во фризочек. Теперь еще раз быстро. Смотрим. Первый гоудаун мы прошли. Дальше идет второй переход. Переход с потоком, со скольжением. То есть мы также продолжаем тему флоу. Так как тема сегодняшнего урока — флоу, поток, динамика. Вот. Первый переход, который я вам показал, go down, да, с фризом, очень классно развивает динамику. Можете его использовать при заходе на power move, не обязательно выходить во фриз. Ну, теперь приступим ко второму переходу. Так, второй переход выглядит вот так. Сейчас я покажу, как он выглядит быстро, потом мы с вами будем учить его уже подетально, пошагово. Так, ну что, друзья, теперь разбираем этот переход детально. У нас идет движение хук, правая нога идет сверху левой. Далее, во время того,
когда вы начинаете уже непосредственно сам замах, левая нога, левая рука перемещается влево. То есть получается, вот вы зашли раз, два, и далее движение похоже на свайпс или элемент свайп. Кто знает, тот поймет, кто не знает, потихонечку поучится. Переход. Раз, go down, хук, поменяли руки, и далее в противоход. То есть правую ногу мы бросаем влево, переходим на правую руку. Пам. Дальше. Цепляем эту ножку в воздухе, получается вот так. Пам. Еще разочек. И пам. Далее левая нога скользит по полу. Скользит, скользит. Скользит. И здесь мы поднимаемся вверх. Пам. На правый мысочек. Левую ногу под колено. Поставили. И скольжение через правое плечо. Пам, вышли. Еще разочек. Все вместе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. И два. Еще раз медленно, детально. Смотрите внимательно. Кик. Go down. Хук. Смена ног, смена рук. Далее. Поставили ножку. Отталкиваемся правой ногой в противоход. И захватываем правую ножку. Точнее, левую. Пам. Захватили. Разворот, скольжение. Скользим, скользим, скользим. Скользим. Вот так вот проскользили. Положение полушпагата сели. Далее ножки вверх поднимаем. Руками себя отталкиваем, помогаем. Встали вот так вот на мысочек. Под колено. Левой ногой под правое колено. Разворот. Делаем. Друзья, наш урок подошел к концу. Надеюсь, вам было полезно. Развивайтесь, смотрите. И еще раз развивайтесь. Всем здоровья!